Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Telegram Bot Klondike. Надеюсь, все следят за новостями. Значит, что здесь у нас? Совсем скоро в Klondike начнут находить самородки. Это будут настоящие токены ТОН, которые можно будет сразу получить на свой кошелек. Это было попоздней. Раньше. Потом еще было, значит, такое оповещение. В Klondike вы можете получить сундук с настоящим ТОН каждый день, который упадает случайно и зависит от вашей активности. Так, ну давайте зайдем. Кошка с ума сходит. Klondike. Запускаем. И вот у меня сундук. Так. Ежедневно раз в 8 часов я захожу, как бы забираю награды, опять активирую. У меня 2 миллиона, в общем, такое количество этих монет. Так, задачи. У меня тут уже все выполнено, завершенные. Команда, план. Еще пока фаза вторая. Ну и бар. Здесь я как бы захожу, играю в день раз в 3-5. Давайте посмотрим сундук. Что он даст? Так, кликаем на сундук. И сейчас посмотрим. Угу. 0.075 тон, видим, да? Вот такое количество тон мне выпало. Давайте заберем. Так. Так, хочешь получить, это поделиться. Так, и что я еще хочу посмотреть? Мне это должно прийти. Сейчас тогда поделимся. Поделиться. Сюда я закину. Угу. Так. И что у меня здесь история? В первый раз мне выпало 0. Это уже второй сундук у меня. 0.21. Сегодня 0.075. Так, опять же таки я видим. Вот. Плюс 0.075 тон. Klondike. Вот. Зелененький. Вот как-то так я получаю вот такие вот сундуки. Согласитесь, неплохо. Вот. Ну и в баре, конечно, я в основном захожу, вот играю, как я вам сказала, раза 3-5 в день. Когда как у меня получается. Вот за нашу активность нам платят. Не каждый день выпадают они, потому что мне, у меня было, так, значит, число 17 числа, так, сегодня 21, видим. Так что вот так вот
периодически как бы это все выпадает. Заходите, как бы проявляйте свою активность. Вот, тем более ничего сложного нет, абсолютно без вложений. Вот. Ну и в баре игра тоже неплохая довольно-таки. Всем удачи, всем пока!